Друзья, вот вдогонку видео я вам хочу сейчас показать вот эту пелерину. Я совсем про нее забыла. Вот смотрите, шелковая пелерина, черный шелк, подкладка, кремоватый такой шелк, туаль. И шелком же вышивка, посмотрите. Вышивка гладью. Вот это спереди. Вот такая накидка. Накидка, пелерина. Такая вставочка тут. Кнопочки. Кнопка латунная. И сзади покажу вам. Какая интересная, да, вещь. Роскошная просто. Замечательная. Но интересно не это. Но и это тоже, конечно. Но интересен еще один такой момент. Посмотрите, на подкладке проставлена чернилами дата. 18 ноября 43 года. Вот интересно, что это за дата указана. И к какому времени вообще относится. Я еще не разбиралась, конечно, но интересно просто разобраться, к какому времени относится эта накидка. Я думаю, что она старше, чем 43-го года. А что вы думаете? Может быть, что-то мне подскажете? Ваши мысли относительно этой накидки. Вот плохо фокусируют камеры иногда. Все, жду ответов ваших в комментариях.